Закончилась церемония награждения победителей творческого конкурса имени нашего известного земляка и талантливого журналиста Эдуарда Кондратова. Что примечательно, лауреатом в номинации «Журналистика» в этом году стал наш коллега, автор ведущей программы «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС» Михаил Перепелкин. Сам лауреат сейчас рядом с нами. Здравствуйте, Михаил. Поздравляем вас с этой победой. Ну и скажите, насколько ценна она для вас? Честно говоря, мне кажется, что вот эта вот премия, наверное, главная из всех тех премий, которыми до сих пор, которыми я был награжден. Потому что это имя Эдуарда Михайловича Кондратова, как многие другие, я рос на его книжках, я очень ценю его по-человечески, но это премия, которая вручается профессиональным сообществом. Поэтому вот хочется повторить, мне очень дорого и признание коллег, и то, что она носит это имя. Спасибо большое, поздравляем вас еще раз. Ну а в коллективе нашего телеканала это второй лауреат, первый Андрей Волков. Он победил в дебютном конкурсе в 2013 году. С тех пор премия Эдуарда Кондратова является неотъемлемой частью жизни самарской журналистики. Не только в журналистской, но в области литературы и в образовательном процессе, потому что студенты, которые приходят на церемонию награждения победителей, они потом продолжают обсуждать эту тему. Разговор о профессии. В этом году впервые награждали помимо профессиональных журналистов и писателей еще и студенты-журналиста. Для того, чтобы вовлечь в интересную творческую профессию молодых людей. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.